Привет, дорогие мои! С вами Кунанова Анна и проект Фаберлик Онлайн. И в этом видео мы с вами поговорим об новинках. Во-первых, это будет портативный блендер с артикулом 910-228. В чем его особенность? Он заряжается. Тут очень интересная такая штучка на магнитике. Ну, я думаю, это уже не новость. Сейчас так и делают. И его можно носить с собой. То есть вы можете что-то себе покрошить, потом наложить, и все у вас будет великолепно. И когда захотите, вы можете сделать из любых фруктов, овощей, ягод и так далее любой напиток. Ну, очень классная идея для того, чтобы был смузи, например, всегда свежий. Шикарно. Так, сейчас мне будет помогать человек с этим делом. Давай будем открывать. Так. Значит, вот сюда мы, получается, все накладываем и заливаем обычной водой. Давай будем пробовать. Угу. Вот такими кусочками покрошили. Я не знаю, может быть, можно и было и крупнее, но мы вот так решили покрошить. Угу. Очень прикольная прорезиненная ручка. Добавляем водички. И вот таким образом, я так понимаю, можно носить с собой, когда угодно, сделать себе обычный смузи классный. Давай будем закрывать. Закрывать, я так понимаю, нужно плотно и держать под углом 45 градусов. И его нельзя перегружать, как написано в инструкции. Так, я так понимаю, его надо переворачивать. Ну что, сейчас посмотрим, что получилось. Все в живом режиме, без пауз. Интересно, можно уже или нельзя? О, он сам решил, да? Или он сел? Нет, работает. А, он, наверное, сам решает, когда хватит, я так понимаю. Давайте еще раз проверим. У нас прям сок-сок получится. С мякотью. Сейчас посмотрим, выключится ли он сам второй раз. Очень интересно. Так, о, выключился второй раз. И, кстати, к нему прилагается вот такая вот инструкция. Тут все есть на русском языке. Вот моторная часть, силикон и так далее. Время полной зарядки 3,5 часа. Максимальность 100 Вт. Емкость чаши 420 мл. Ну и вот работа устройства. Зафокусирую вам. Вы уже ставьте на паузу и читайте, что делать с устранением неполадок. А тут уже, а нет, тут все вот прям тоже по-русски. Пожалуйста, все прям для вас. Очистка обслуживания, что нужно делать. Будьте внимательны вот до 9 пункта и с 9 по 14. Да, смотрите, смотрите. А тут уже не по-русски. Ну что ж, будем смотреть, вот что у нас получилось. Прям взбилось аж с пенкой. Давайте будем открывать. Будем открывать и смотреть. Ну, смотрите, он герметичный, клевый, классный. Угу. Такой вот тут маленький ножичек хорошенький. Пахнет просто обалденно. Яблоко, апельсин получается. Ручка вот тут прорезиненная. Ну и давайте будем пробовать, смотреть. То есть мы все сделали без сахара. Ну вот тут получилось на один стаканчик. Вот такая вот смесь полезная и приятная. Попадаются, конечно, вот эти вот кусочки твердого яблока. Но по идее самое-самое то. Клевый и классный. Ну и, конечно, напиток получился водянистый. Его также можно делать и с молоком. Если когда-то вот что-то где-то жарко, можно сухого молока добавлять, чтобы не испортилось. Можно делать его и с медом, и с сахаром. Кто ест сахар, со стевией и так далее.
Вот у меня чисто фрукты на воде. Ну, получилось прикольно. И изредка попадаются кусочки мелких таких яблочков. Яблоки мы брали Симиренко, очень-очень жесткие. Ну, вот смотрите, как бы вот таким образом. То есть с утра вы куда-то пошли на прогулку или еще там что-то покрошили, положили как вам нужно, навели. И когда вам захотелось, включили, размешали и прямо вот из этого стаканчика выпили. Тут тоже вот все идет прорезиненное. Очень удобно держать. Ручка тоже прорезиненная, тоже очень удобно держать или повесить куда-то. Вообще никаких проблем нет. Ни в машине с ним проблем не будет, ни в пешей прогулочке. И сам он по себе, по идее, ну такой, знаете, тяжеловатенький. Золотая серединка, можно сказать. И в принципе на даче тоже будет прикольно. Каких-нибудь ягод свежих собрали, с водичкой разбавили, прозюзюкнули. Да, и все хорошо. В этом видео мы с вами встречаем пустые баночки. Ну что ж, честно признаюсь, приболела я мощно, круто. И практически выпила противовоспалительный травяной сбор практически сама, практически одна за эти 2 недели. Ну, что я вам могу сказать? Это действительно 100% натуральной травы, очень легко пьется этот чай. И в каждом пакетике действительно раскрывается классный вкус. Тут 21 фильтр пакетик, содержатся листья оливы, это и антибактериальные, противовоспалительные, и антиоксидантные, иммуномодулирующие, анальгетирующие, тонизирующие, противоотечные, способствуют нормализации уровня сахара и холестерина. И также трава и лист перечной мяты. Это бактерицидное, сосудорасширение, анальгизирующее, спазмолитическое, патагонное, ветрогонное и желчегонное. Ну, слушайте, классная штука. Мне очень понравилось. 157,50, вкусно, приятно. И действительно, на следующий же день сразу становится как-то полегче, как-то поприятнее. Но я ж, мне кажется, хапанула какой-то вирус, потому что было мне действительно плохо. Так, кетчуп классический. Понравился, буду заказывать еще, если он будет. Очень жду, когда швернется майонез. Так, артикул 160,50. Едим всей семьей, именно классический. Больше всех нам понравился. Далее, что-то мы подсели на чаи. Фитоконцентрат. Очень вкусный, легкий, классный, бодрящий, сладкий, приятный. Артикул 157,15. Действительно суперский. Он идет как фитоконцентрат для похудения. Ну, не знаю, насколько он для похудения вообще годен, если кушать что попало и все подряд, что в моем случае, но на вкус обалденно приятно и вкусно. Это что-то типа чайного напитка, кладете ложечку, он растворяется. Вот такую кучу батончиков мы съели, надеюсь, батончики вот эти вот вернутся, что-то я их никак встретить не могу. Далее коралловый кальций, 4 пакетика, потому что недавно я уже снимала пустышки. Вереница шоколада, очень тяжело поддается воспитание нашей дочки Виктории Антоновны. Шоколад с кокосом и нони. Артикул 160,57. Мы учим, что вот ты берешь шоколадку, ты ее спрашиваешь, можно ли взять, что тебе нужно. Она должна сказать это. Она у нас плохо очень говорит. Она должна сказать, что она, мама, я хочу шоколад. Потом она должна его открыть, эту коробочку отнести в пустые баночки, оберточку унести в мусорное ведро. В общем, ну для таких деток это очень сложный процесс. И потом она должна всех угостить, кто дома. К примеру, маму, там папу и так далее, она должна угостить. Няню, конечно, очень ревнивый процесс, очень плохо угощает, неохотно угощает. И вот получается у нас в день примерно уходит по шоколадке. Если честно, нас уже заколебал этот шоколад, но он ей не надоедает. Слава богу, в компании Faberlic он есть. Я надеюсь, его не будут выводить из ассортимента так же, как и майонез. Потому что у меня муж перешел на обычный майонез. Но вот не ест он ничего без майонеза, он сразу поднабрал. На нашем майонезе Faberlic, не на магазинском, он хорошо похудел и держал вес на коктейлях Wellness, да, как вы знаете. Конечно, я за это дело переживаю. Поэтому скоро после отпуска мы съездим в специализированный магазин и посмотрим составы майонезов там. Буду консультироваться со своим врачом, потому что
наш врач тоже перешла на этот майонез. И когда она мне позвонила его заказать, она говорит: Ань, ну слушай, ну как так, нет майонеза? Я, говорит, обратно вернула все салаты под шубой, зимний салат. Я же, говорит, ничего этого не ела, только с вашим майонезом начала есть. А я, говорит, это люблю с детства. Я говорю, ну вот я тоже люблю, говорю, осталось без этого. Очень классный диффузор антистресс Sakura Matcha Tea. Очень мне нравится, безумно суперский, обожаю, люблю. Еще раз закажу, артикул 10057, он у меня стоит в каждой комнате. Мандарин фреш у меня стоит на кухне, в прихожей, в проходимых местах, в коридоре. В туалетах мандарин фреш у меня стоит. А вот этот вот антистресс, он у меня стоит во всех спальнях. В спальне Вики, старшей дочки, младшей дочки, в нашей спальне. Очень приятный вкус, аромат, и действительно меняется качество воздуха. Дальше стевия, как обычно, артикул 156-77. Кофе, пара баночек «Добрый день». Это мой любимый. Идет с артикулом 160-49. Он перемешку с растворимым идет. Натуральный с растворимым. Очень-очень вкусный. И «Доброе утро» это пьет у меня свекр. 16-048 артикул. Вот 4 баночки закончилось. Ну и побежали по витаминам. Омега-3-6-9. Мой врач сказала, что тут не особо крепкая дозировка. И когда болеешь, можно пить по 2 штуки, 3 раза в день аж. Вот, поэтому он у нас быстро закончился. Когда я начинаю пить витамины, начинают пить витамины все. В общем, без меня ну никак, походу. Так, омега-3-6-9 157-22. Она была неполная, я ее быстро выпила. Далее Энзи Повар, сила ферментов, очень хорошо помогает от всего. От изжоги. Там в составе идет под креатин. Если что-то не то съела, тяжесть в желудке, просто так попить. В общем, полезная штукенция оказалась. 153-39. Теперь я вместо мизима беру с собой Энзи Повар. Действительно, очень хорошо помогает. Но стресс я пропила. Там был магний. И действительно, магний штука классная во всех отношениях. Те, у кого не хватает магния, это, конечно, спорный вопрос, долго ли вообще такой человек будет оставаться здоровым. Действительно, очень хорошая штучка. Всей семьей пили усиленно живицу, даже пила моя Виктория Антоновна. Почему? Ну, потому что я заболела, и я не хотела, чтобы кто-то еще заболел. Кедровая живица, артикул 157-28. Омега-3 с глицином. Китс. Скажу честно, дочка моя ее ест не в восторге. Вот не в восторге, и все, не могу ее приучить. Скорее всего, мы ее переведем на обычную омегу-3-6-9, когда вот это закончится. Она не очень любит ее кушать, вот не очень. Она, знаете, такая какая-то малиновая, что ли. В общем, непонятно, почему она ее не ест. Артикул 157-80. Вот омеги-3-6-9, ну, можно сказать, это все практически накушала Викуська. Посмотрите, сколько много, и ей нравится. И она этого хочет и любит, и сама просит, представляете? Поэтому не вижу смысла мучить ребенка детской, раз уж тут дозировка не очень-то и крутая. Далее секреты Востока закончились, тоже пропила. Тут черный тмин, кистальхинди, хельба. В общем, очень хороший такой тоже состав. Артикул 157-10. Получается, раз. Так, две баночки. Пропила L-карнитин. Его можно пить перед спортом и можно сбросить лишний вес. Но я его пила так просто и могу сказать, что это мощный заряд энергии. Как будто вот не хватает на что-то сил. Пару штук выпила и забегала. Вот серьезно, как-то вот он так работает. Артикул 157-60. Вот, наверное, перед спортом его и принимают. Пропили мы на всякий случай антипаразитарный комплекс. Пила я, пила моя младшая дочка, 8 лет ей, врач ей назначила, сказала, хороший состав. И старшая дочка пропила. Я его себе заказала в Сочи, будем в Сочи пить. Дальше Q10 пропили. Q10 это обязательно, 157-23 артикул. Кстати, после антипаразитарного комплекса у дочки начали уходить прыщики. 157-63. Ну, понятно, да, что что-то было. Не знаем, что, но что-то было. После того, как пропиваете антипаразитарный комплекс, мы можем пропить келп. Его нельзя пить просто так, как мне сказала врач, потому что тут в составе еще идет железо. А железо это
как вам сказать, помощник размножения того, чего неправомерно водится в нашем организме, в общем, всякие там, не знаю, гельминты, микроорганизмы, вот это все. Поэтому келп мы пьем только после того, как пропили антипаразитарный комплекс, артикул 157-55, я своему врачу доверяю, как она сказала, я так и делаю. Ну и, конечно, К2-Д3, опять-таки, пили всем семейством, у мамы еще там витамины закончились, но я ей сказала не возить, они у нее в деревне. Дальше вот такая тушь у мамы закончилась, 57-78, она сказала, что она от нее не в восторге. Если честно, я тоже не очень в восторге. Тут такая плоская кисточка, вот этой кисточкой наносите, потом верхним слоем расчесываете. Вроде бы все должно быть хорошо, да не очень. Как-то вот она, не то чтобы она осыпается в течение дня, она не дает того объема, который вот лично я хочу. Дальше закончилась зубная паста детская со вкусом яблока, 23-58 артикул, вкусная, сладкая, клевая. Дальше закончилась слишком ядреная зубная паста, 22-45, я ее подставила, потому что свекр любит прям такие ядреные зубные пасты, я ее поставила в ванну к свекру. Я такой зубной пастой чиститься не захотела, потому что уж чересчур слишком сильно освежает, мне не нравится. Далее, тут у меня под рукой лежат пару коробочек пустых, вот эти точно еще в наличии есть, они были в распродаже, артикул 160-95. Так вот, честно скажу, у меня их Виктория не кушает, пока вот те не закончились, зеленые. Если зеленые закончились с кокосом и нони, она только тогда эти ест. Поэтому я их больше заказывать не буду, если кокос и нони не закончится. Вот, но в магазине мы стараемся с сахаром ей ничего не покупать, хотя сегодня мы накосячили, так как приезжала бабушка, ей исполнилось 64 года, у нее был день рождения, она привезла торт, и мы все наелись сахара. Мы все наелись торта с сахаром. А у этих конфет, не знаю, есть они, нет наличия, артикул 16-094. Далее, крем для рук. Знаете, прикольный крем. Faberlic Lovely Moments, детский универсальный крем. Мы его прям на руки полностью всей семьей измазали. Отличный крем, приятно пахнет. Артикул 26-92, действительно классный. Вот. И кожа нежная, и раздражение так, ну, более-менее проходит. Все отлично. Закончились вот эти вот мини-версии. Помните, у нас были наборы парфюмерных вод. Я думаю, их уже давно пора потратить. Закончилась фэнтези, который уже даже в наличии нету. Цитрусовый такой яркий аромат. И закончилась бьюти-кафе водичка. Это любимая парфюмерная вода моей сестры. Честно скажу, что для меня она грубоватенькая. Ну вот грубоватенькая и все. Приятный, классный, клевый аромат, но я люблю более, знаете, такие легкие, невесомые, более такие приятные, а не такое вот. То есть это тяжеловатый аромат. Далее, значит, букет Де Аврор закончилась. Ну, крышечки я теряю, как обычно. Ну что могу сказать, классная вода, мне понравилась, закажу еще. Легкая, невесомая, ненавязчивая, держится хорошо. Ну вы знаете, я вам часто рассказывала, что я парфюмерные воды не люблю наносить на зоны пульса, я наношу всегда на затылок, на линию роста волос, вот туда, чтобы мне не пахло, чтобы от меня был запах, но мне, чтобы нос не давало, я не люблю этого дела, может что-то от мамы передалось. И вот эта вода у нас как раз была дежурная, когда забыла про парфюм, забыла, и она у нас стояла в прихожей, и все, кому не лень, ей из девчонок пользовались время от времени, когда забывали про свой любимый парфюм, и она у нас стала до такой степени дежурная, вот забыла ее артикул, если она есть на складе, он будет подписан, конечно же, этот артикул в левом нижнем углу, как обычно, но я вам могу сказать, что попадется она мне там в какой-нибудь распродаже или еще что-то, я куплю обязательно, потому что мне понравилось. Легкий, классный, ненавязчивый аромат. Ничем мне неприятным не отдает. В душу особо тоже не запало. И вот эта вот водичка Флюрет, это, по-моему, она есть еще на складе, тоже нежный, легкий, суперский аромат. Они, конечно, отличаются. Этот более такой, не то чтобы бьющие в нос и насыщенный, нет. Они обе легкие, они обе приятные. Вот, обе, кстати, на следующий день остаются на линии роста волос. Сзади они остаются очень хорошо, волосы, наверное, хорошо очень держат парфюмерную воду. Но
они чем отличаются? Просто оттенками ароматов, а характер у них такое ощущение, что одинаковый. Вот это, наверное, более свежее, а вот это, наверное, более цветочное. Вот я бы так сказала. Все. Так, тушь First Class синяя просто уже начала засыхать. Артикул 53-74. Я ей иногда баловалась, кончики ресничек подкрашивала. Кисточка у нее большая, удобная. Цвет очень-очень приятный. Но просто она уже начала комковаться, потому что открыта, ну, точно более года назад. Вот точно. Ну, я не знаю, сколько я ей раз, наверное, 30-40, вот так точно, точечно, да, подкрашивала кончики ресничек. Мне нравился очень эффект с голубыми тенями, сочеталось очень красиво. Когда я ее нанесла целиком на свой глаз, я вроде бы светленькая, волосы у меня светленькие. Вот я вся целиком светленькая, но я вам скажу честно, для меня это светловато, мне не понравился эффект. Мне понравилось, когда вот на черную тушь я ее слегка наношу на кончики там немножечко, да, по центру могу нанести и так далее. Защитная губная помада 47-41 Викускина. И бальзам оттеночный, никакой он не оттеночный, никаких я оттенков не увидела, но очень хорошо работает, артикул 40-764. Мне очень понравился этот бальзам лично, мне хорошо за губками ухаживать. Сделала пару масочек своих любимых 60+, 0761 артикул. Действительно классные маски, действительно стоят внимания. Тоже мой любимый дезодорант для крем 86-48. Вот столько дезодорантов повыходило. Вот этот люблю и все, не могу, люблю, обожаю его просто. И он супер-мега надежный. Вот прямо вообще, очень много закончилось дезинфицирующих гелей, но мы их особо не коллекционируем в пустышке. Артикул 27-24, да, пандемия прошла, но все-таки вирус ходит. Есть и другие всякие штуки-дрюки, которые нам не особо нужны и нашему организму. Поэтому, когда мы куда-то идем, ездим там в школе, ну вот смотрите, ребенок сходил в школе, допустим, помыл руки. Ну, она взялась в туалете, да, она помыла руки. Есть там мыло, нет там мыла. Это вообще под загадкой, всегда под вопросом. В нашей школе только так. Это под вопросом. Мы не знаем, разбавленное оно, не разбавленное. И мы тоже не знаем, как оно действует, какое там мыло, да, в этом дозаторе. Мы тоже не знаем. И вот мы помыли руки. Что мы сделали? Следующим. Мы взялись за общую дверь, открыли ее. И все это обратно на руках. То есть мы потом пошли в столовую, опять взялись за дверь, открыли ее. Это еще раз все опять на руках. И, извините меня, таким образом можно руки вообще мыть не ходить. Ну, конечно, привычка руки мыть должна быть. Руки должны быть чистые. Но и дезинфицирующий гель нам в помощь, чтобы наши дети пореже пили антипаразитарные различные комплексы. Артикул 27-24. Так, это мыло, ну его нет в наличии, оно у нас завалялось, я вообще удивилась, но вот нашла такое еще мыло, измылили. Далее пена для ванны, 23-57, очень нравится. Мыло для рук, круговорот, ну особо других нету, поэтому только это, 23-88, но Вика так-то не говорит, что она устала от этого мыла. Далее венотоник, тонизирующий крем для ног, артикул 17-33. Помните, я вам говорила, вот начнется лето, посадка, полетят кремы, полетели. Уже первую пустышку мама привезла. Далее гель для интимной гигиены с афродизиаками, мой любимый, 87-22, густой, классно пахнет, надолго хватает, в общем, никаких нареканий нету. Ну и гель для подмывания с экстрактом череды алоэ вера, это у нас идет с артикулом 16-44, это детский 0+, можно и грудничкам покупать. Так, ага, это еще у нас батончики, это мои любимые, самые-самые любимые патчи, но они неудобно, конечно, ими пользоваться во время макияжа. Вот есть патчи от Beauty Love, я их обожаю, они очень хорошо выравнивают тканевые, я их кладу под глаз, делаю макияж, если что-то осыпается, то осыпается на патч, это во-первых, во-вторых, к нанесению консилера глаз очень хорошо готов,
после того, как патч снимаешь. Просто круто. Так, лечебные травы, бальзам-ополаскиватель Папин 2256, он его прям что-то полюбил. Далее идет такой вот спрей-вуаль для интимных зон, артикул 2606, мне нравится, мне даже подмышки нравится. Вот если я знаю, что я, допустим, пошла спать, я сходила в душ, пошла спать, зачем мне, например, наносить дезодорант, который там блокирует потоотделение, еще что-то. Я наношу спрей-вуаль, и вполне вероятно, что я не вспотею, и ничего, все у меня будет хорошо. Хотя у нас то отключат отопление, то включат, но сейчас уже лето, слава богу, выключили окончательно. Кислородная пена для комфортного бритья. Муж ей не бреется, не потому что пена плохая, а потому что он любит прозрачный гель. Он с компанией Faberlic, когда мы пришли, мы открыли для себя нововведение, прозрачный гель, который действительно классно ухаживает за кожей, он даже ничего не наносит после бритья, как ему нравится этот гель. А вот эта кислородная пена для бритья, из нее строит Вика в ванной, много чего она строит, и поэтому всякие постройки из пены, и поэтому я его все равно, как вижу по акции, о, там 5 штук беру, и она там на 2-3 купания, ей его хватает, 0,5-2,0. Ну все, всем пока-пока, с вами была Конова Аня, проект Faberlic Online, до встречи в своих новых видео.